Сәлеметсіздер ме, қала тұрғындары және қала қонықтары. Бүгін біз коронавирустық инфекцияның алдын алу информацияны рұқсат етіңіздер. Эпидситуация по заболеваемости COVID в мире остается стабильной. В Республике Казахстан за прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев новой коронавирусной инфекции. Согласно матрице оценки, все регионы республики находятся в зеленой зоне. С начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрировано более 20 тысяч случаев лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За май месяц в городе Кокшетау коронавирусная инфекция не зарегистрирована. Тем не менее, в городе Кокшетау имеется резервных коек на базе Центра инфекционных заболеваний 200. Также особую роль хотелось бы отметить касательно вакцинации. Вакцинация – это единственный способ остановить пандемию, и именно вакцинация является наилучшей альтернативой с доказанной эффективностью в борьбе с COVID. Только при охвате вакцинации более 60% населения достигнет коллективный иммунитет, и все ограничения будут сняты. Но, как показывает практика и текущая ситуация в мире, регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией не упала. В России регистрируется более 4000 случаев ежедневно. Также регистрация не остановилась и в Китае, и в других странах. Вакцинация против КВИ. В феврале 2021 года в Республике Казахстан началась кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции. Всего с начала кампании в город Кокшетау завезено 88 тысяч доз вакцин. Это Спутник Ви, Казвак, Хаятвак, ВРСЛ, также Коронавак. И с ноября прошлого года у нас появилась возможность вакцинироваться вакциной Pfizer. С начала прививочной кампании привито 82 491 человек, что составляет 60%.